Привет, я Джулс, преподаю японскую живопись в школе и открываю набор на свой авторский курс по японской живописи, который создан совместно с художниками, которые работают в этой технике, опираясь на историю, литературу и культуру Японии. Сегодня покажу одно из легких стартовых заданий для учеников. Будем рисовать камыши и стрекозу. В чем вообще особенность и главная сложность японской живописи? В первую очередь, это работа кистью. Мы не намечаем рисунок карандашом, сразу работаем кистью. Такая техника не дает права на ошибку, а значит, мы будем свободно работать кистью, не переживая за результат, потому что он от нас практически не зависит. И это очень хорошее задание для людей, которые уже рисуют. Такая особенность материала позволяет не бояться белого листа. И если у тебя есть такая проблема, и ты хочешь от нее избавиться, гоу ко мне на курс, будет весело и интересно, и ты узнаешь много нового о культуре и истории Японии. Самое главное, что результатом нашего курса будет альбом, который мы сможем сделать с учениками самостоятельно. Я не буду учить тебя делать копии. Я хочу, чтобы ты пришел на японскую живопись и научился рисовать картины в этой технике. Мой курс рассчитан именно на обучение, чтобы каждый смог по итогу рисовать картины в этой невероятно интересной технике. Цена, программа и видео с моих уроков скоро выйдут у меня в группе в ВК, поэтому подписываемся, ставим лайки и, конечно же, не забудь оставить под этим видео комментарий, потому что такой проект уникален в городе Калуга, и о нем должны узнать как можно больше людей. Ссылочка на ВК и на другие соцсети будет в описании под этим видео. Друзья, решайтесь, это уникальный проект, который доставит вам огромное количество удовольствия. Всех жду у себя на курсе по японской живописи в городе Калуга.